Всем привет, дамы и господа, вы на канале Авто без забот, с вами Андрей Пойманов. И вот долгожданная интересная машина, красный корвет. Это настоящий американец. Ну, она как бы не то, что долгожданная, она долгожданная для меня. Это машина одного нашего дорогого клиента. У нас есть такие клиенты, которые обслуживают у нас весь свой автопарк. То есть их машины, машины их детей, машины их жен, машины их вторые, третьи, десятые машины. Короче, все их машины мы обслуживаем, а именно защищаем, делаем качественный детейлинг-мойку. И вот эта машина не стала исключением. Как вы видите, это, скажем так, машина не для постоянного вождения. Несмотря на то, что машине 7 или 8 лет, пробег всего лишь 7 тысяч километров, то есть в годик по 1000 километров. И это и понятно, потому что это, ну, по-хорошему, спорткар. Она не предназначена для того, чтобы ездить на ней зимой или поздней осенью. Поэтому несколько месяцев в году, это вот таких теплых, как вот этот май, надеюсь, он продолжится таким быть. Июнь, июль, может быть, чуть августа. И потом все, дожди, привет, осень, но сейчас не будем о грустном. Мы будем делать здесь полный кузов. Полный кузов будем защищать пленкой. Вы спросите, зачем машина ездит 1000 километров в год и зачем ее защищать? Да все очень просто. Вы посмотрите, какая она низкая. Это далеко не самый низкий автомобиль, но он все-таки из разряда спорткаров и низких машин. А соответственно, дорогу передний бампер видит примерно вот так. То есть весь гравий, все камни, даже малейшие песчинки готовы просто растерзать это прекрасное творение американского автопрома. Господи! Благослови Америку. Так вот, этот красный корвет мы будем полностью полировать, выводить его в абсолютный идеал. Мы покажем, наверное, до-после обязательно. Он даже сейчас уже немного как бы грязные царапины видно даже издалека. Вот, будем выводить его в полный идеал, то есть он будет идеально выглядеть. Весь кузов будем защищать сантеком, будем бронировать фары, возможно, будет клеарфлекс на лобовое стекло. Также будем покрывать керамикой для того, чтобы это все гидрофобилось, чтобы меньше пачкалось и выглядело очень насыщенно и ярко. Вообще, это очень красивая машина, очень классная. Мы здесь уже поездили, полетали на ней, все, всю ее обсмотрели, обснимали. Давайте сделаем из нее конфетку. Такие машины, ну, просто они должны выглядеть всегда идеально. Вот. А вот еще одна машина, которую мы делаем, это BMW X6. Даже несмотря на то, что машина проезжает всего лишь 1000 километров в год, плюс-минус, лучше храниться ей в идеальном состоянии, даже если когда-либо этот владелец решит ее, не знаю, там, подарить, завещать, перепродать в идеальном состоянии, с родным лаком, в абсолютно защищенном кузове, она быстрее продастся, продастся дороже, потому что всегда ценится первостепенное, изящное и новое состояние, особенно таких автомобилей. Все, больше ничего пока не говорю. Смотрим, что мы с ней будем делать. И потом финишные кадры. Может быть, мы даже на ней успеем прокатиться где-то в интересных местах, чтобы больше ее поснимать. Спасибо, не переключайтесь, смотрите дальше. Поехали! We'll be right back.
ремонты закончены, машина стоит, сохнет после химчистки. Напомню, что мы здесь делали. Это Chevrolet Corvette. Мы здесь сделали полную восстановительную полировку кузова, вывели в идеальный красный цвет. Здесь, кстати, еще акриловый лак, то есть она такая насыщенная. А под пленкой мы сделали полную антигравийную защиту всего кузова, все заклеили глянцевым сантеком. Под пленкой краска выглядит еще более сочной, еще более глянцевый, еще более такой глубокий, и прям горит машина, горит. Не знаю, будет это видно на камере или нет, будет это видно разницу там до-после или нет. Тем не менее, сейчас машина в идеальном состоянии, мы все отполировали. Вот эти накладки на фары мы также отполировали, они стали прозрачные, до этого они были подзатерты и тоже защитили. Теперь их можно даже трогать руками, им уже ничего не страшно. Чтобы понять, грубо говоря, насколько ваша машина гидрофобит в домашних условиях и вообще есть ли на ней какие-нибудь защитные составы или пленка, попробуйте просто провести по ней рукой. То есть даже на новых машинах, вот мой друг недавно покупал себе Mercedes, вот, даже на новых машинах она шершавая, ЛКП шершавая. Вот, здесь оно абсолютно идеально такое гладкое, очень приятно трогать. Ладно, не буду ее много трогать. Заклеили все, весь полный кузов глянцевым сантеком. Абсолютно все, фары, я уже это все говорил. Это все тоже сделано одним куском, жабры, все защищено абсолютно и классно. Много вам рассказал, абсолютно. Также съемную крышу, вот эту, она глянцевая, ее тоже защитили глянцевым сантеком. Все, класс. И сделали полную химчистку салона, то есть, чтобы прям подготовить машину к весне, уже весна в самом разгаре. В принципе, я думаю, что позади даже вот эти неприятные майские сюрпризы в виде каких-то там осадков, гроз, дождей, хотя еще, наверное, чуть будет, но уже не так сильно. Понравилась мне эта машина, интересно было с ней работать, хоть это и, скажем так, недорогой автомобиль, объективно выражаясь, но Википедия пишет о том, что это суперкар, так что вот такой вот красный суперкар. Все работы закончены, в принципе, и все. Я бы еще поснимал эту тачку, посмотрел, как она ездит, как она разгоняется и прочее, прочее, прочее. Сейчас ей уже ничего не угрожает, но это мы уже сделаем, так сказать, с разрешения клиента. Может быть, отправим ему этот ролик, он скажет: «Во, классно делаете, и работа класс, и ролики, и вообще лайк, подписка на канал». Комменты и так далее, вы все сами знаете. Спасибо, что все это время были с нами. Я замолкаю, финишное видео, и пока. Огромной вам удачи.